Продолжаем выпуск. 300 поваров, производителей продуктов и кулинарных экспертов со всей страны встретятся на весеннем кулинарном кубке в Новосибирске. Соревноваться участники будут в нескольких номинациях. Национальная кухня, презентация предприятия, лучший бургер Сибири и на открытом чемпионате по приготовлению пиццы. Хочется отметить активность представителей из муниципальных районов Новосибирской области. Это 7 муниципальных районов принимают участие. Это и Маслянина, Краснозерский район и так далее. Это как раз таки по линии нашего Новосибирского облпотребсоюза. Хотелось бы отметить, что это коллеги наши из Сибирского федерального округа. Это Иркутск, Томск, Красноярск активно принимают участие. Это коллеги из центральной части нашей страны, там и от Татарстана до Москвы в том числе.